Не секрет, що успішна та людина в житті, яка впевнена у собі і своїх діях. Як виховати особистість, яка в майбутньому буде впевнено крокувати по життю. Нужно определить сильные и слабые стороны ребенка. На чем можно основываться, это сильные стороны ребенка, то есть фундамент, и слабые стороны ребенка, которые мы будем, второй пунктик, это постепенно развивать. Инструкция до дій доволі проста. Сделать так, чтобы было минимальное количество ограничений в жизни ребенка. То есть он должен чувствовать свое личное пространство в социуме, как дома, так и в школе, ну или в другом каком-то общественном месте. Дуже часто буває, що дитина постійно ставить батькам питання: чи любиш ти мене, чи віриш ти у мене? Що це означає? Які сигнали подає вам ваш нащадок? Это может быть проявлением разных категорий, да, это может быть неуверенность в себе, это может быть привлекать внимание еще больше к себе родителей, это может быть доказательством, то есть испытанием для родителей. Как ребенок испытывает родителей? Любишь, хватит ли у родителей терпения постоянно отвечать, постоянно отзываться на его просьбы? І запам'ятайте, впевненість вашої дитини у собі – це ваша впевненість у ньому та повна довіра. Быть с ребенком постоянно вместе, идти с ним до конца. Не сравнивать своего ребенка с другими детьми. То есть он должен понимать, что он лично, что его ценит, как за сильные стороны, так и за слабые стороны его личности, которые мы развиваем у ребенка. И дальше, придать ему веру, что все будет хорошо. То есть от уверенности нас, взрослых, будет зависеть и уверенность вашего ребенка.